Нужна помощь, Гринго? Не вопрос, Гринго. Все сделаем в лучшем виде. Гринго, тебе давно пора было передать фотографии Кордоне, а ты ходишь тут, как гусь по курятнику. Пошевелюсь, а! Не стреляй! Стреляй, я свой. Не с места, Гринго! Опусти оружие, солдат! А это ты, Майерс? Рады тебя видеть! Спокойно, Гринго. Армия — это не пенсионный фонд. Тут тебя не обманут, пока ты живой. Вот твой гонорар. Следующее задание будет посложнее. Тут недалече гирильяров лагерь разбили. Наш человечек шепнул, что у них на базе документы есть. Есть у них, а будут у нас. С твоей помощью, естественно. Будь осторожен, там довольно много этих ублюдков. Документы передашь мне лично. Вопросы есть? Тогда удачи, Гринго. Ты нам очень помогаешь, дружище. Удачи, Майерс.
Кого я вижу? Майерс! Кардона уже собрался молебен за упокой твоей души заказывать. Ха-ха-ха. Не пропадай больше так надолго. Удачи, Майерс. Эй, солдат! Ты ведь солдат? Выглядишь как человек, который знает, с какой стороны держаться за ствол. Тогда ты в состоянии помочь мне. Жаль, тогда ты не сможешь мне помочь. Черт, что же я теперь скажу командованию? Куда прешь? Тихо, братан. Проходи, все браток. Моя банда, а я их предводитель. Мое имя Хуарес. Называй меня боссом, ясно? Еще меня многие называют кровавой рукой. Врываешься, почему? Слышь ты, остряк, будешь много базарить, глаза вырву. Работа для такого парня, как ты. Ну, можно что-то сообразить. Не побоишься испачкаться? Видать, ты, браток, не очень догадлив. Разбой, убийство — вот наша работа. А ты думал, мы цветочки выращиваем? Слизняк мягкотелый.
Чем порадуешь, Гринго? Чем порадуешь, Гринго? Вот и славно, Гринго. Метнись по-быстрому. Оставь деньги моей внучке. Не хочу таскаться с ними в рейсе. Опять этот старый хрыч втягивает меня в свои сомнительные делишки. Странно, что банда Хуареса до сих пор его не грохнула. Чего он прислал ко мне? Что, боится утопить по пьяни пачку денег, как это случилось с ним в том году? Давай их сюда, Гринго. Удачи, Гринго. И скажи ему, пусть не пьет перед тем, как становиться за штурвал. Надежный, это точно. Этого у него не отнимешь. Хоть и старый алкан, а уж. Если чего пообещал, то сделает. И тебе не болеть, Гринго. Фильтруй базар, Гринго, если не хочешь перо меж ребер получить. И хрен ли ты вообще сюда пришкандыбал? Ты опоздал, Гринго. Старый пердун сейчас околачивается на хате у нашего босса. Только не как гость, а как заключенный. Понял, да? И, походу, жить ему осталось недолго. Ха, это он-то несчастный. Не базарь, коли тему не обскакали. Несчастный. Этот несчастный долганул у босса 3 косаря. И уже 3-й месяц не хочет отдавать. Переворачивает как хочет, короче. То у него внучка заболела, и все на лечение ушло. То, видите ли, бабос у него рыбаки свистнули. Короче, допрыгался старика. Теперь под ответ встанет. Ну, это тебе с боссом перетереть нужно. Короче, сверкни вначале капустой, да? А там уже будем решать. Хуаразом звать нашего босса. А найти его проще, чем стукача на заточку посадить. Вон, видишь, санаторий заброшенный. Там и Хуарес, и пацаны. Там и Хуарес, и пацаны. Слышь, ща походу я тебе постригусь. Укорочу тебя ровно на голову, а то балаболишь много, да не по масти. Все, пес, чеши отсюда. Ты еще здесь? Гринго, сними чехол. К боссу иди. Какого рожна ты мне тут глаза мозолишь?
Здорово, братан! Рад тебя видеть! Затронула? Проявить себя решил? Ну, допустим, обитает. И что с этого? Ты чё, типа его родственник? Если да, то у нас сейчас с тобой другой разговор будет. Боюсь, Гринго, что единственная услуга, которую он сможет оказать, так это сломать шею себе, чтобы не мучиться. Потому что то, что я собираюсь с ним сделать, ни в одном голливудском триллере не показывали. Какие три? Теперь уже все пять. За задержку. Слыхал про пеню, процент? Так вот, если эта старая задница мне не скажет, где все его бабло, оно у него есть, верняк. Ну, короче, не жилец, старикан. Ты хочешь вернуть за старика долг? Чем же этот старый пердун так важен? Да не вопрос. Мне как-то по боку, кто капусту пошлять будет. Давай, пять штуканов, и можно забирать этого старого мудака. Свободен, как птах в небе. На вот ключ от камеры, где он отсиживается. И давай в темпе, а то я ненароком могу и передумать. Выбил меня этот старикан. Ох, как выбил. Я так и знал, что ты меня вытащишь, Гринго. Очень уж ты хотел слинять с этого острова. И то верно, Гринго.
наконец-то ты добрался туда, куда нужно, Майерс. Сейчас тебе необходимо встретиться с агентом Вайнштейном. С ним договорено. Он расскажет тебе все, что известно ЦРУ об этом деле с отравленным кокаином. Убери, сволочь! Знаю я этого Вайнштейна. Безобидный чудак, абсолютно непригодный для работы в нашей стране. Что ж, его тогда до сих пор не хлопнули. Видать, никому он просто нахрен не нужен. Гляди, Гринго, Кириллис и Наркетов валят. Ты посмотри на эту девчонку с УЗИ. Она ж просто валькирия. Что нужно, Гринго? Наркетов порешили, вот что произошло. И вообще, Гринго, это не твое дело. Иди своей дорогой. А ты еще откуда вылез? Товарищ, не стрелять! Товарищи, не стрелять! Это ж наш Гринго! Здорово, чувак. Конечно, чувак, я много чего могу рассказать. Я столько всего знаю. Я же в школе не зря учился. Ты скажи, что тебе нужно знать, я тебе все расскажу. Да, ничего, на что стоило бы обращать внимание. Давай, чувак, удачи тебе.
уже слышал про то, что в нашей деревне происходит? Ходят слухи, что теперь очень небезопасно находиться возле воды, а уж тем более в воде. Говорят, что появилось какое-то новое животное, живет в воде. Размеры у него ничтожные, такие, что можно раздавить ногой. Но тварь очень опасна. Подробностей никто не знает, но говорят, что эта тварь выпускает смертельный яд, и уже немало погибло людей от этого. Ну, я лично не видел. Что, бледнолицый, вы уже сюда добрались? Да путешествуетесь вы, путешественники проклятые. На своем пути все уничтожаете. Руки бы вам поотрывать. А почему это я должен выбирать слова? Вот вы, бледнолицые, вы выбираете, какие деревья вырубать. И можно ли их вообще рубить? Наверное, даже не задумываетесь. Вы, бледнолицые, еще будете жалеть об этом. Что? Что? Сам будто не знаешь. Наши джунгли вырубают. А кроме каких-то демонстраций мы этому помешать не в силах. Не понимаете вы, что джунгли — это наш дом? Вы же даже не знаете, что они из себя представляют. Вам только бы все портить. Пойми, бледнолицый, я не хотел тебя оскорбить. Просто ситуация в целом меня уже довела. Я мог бы рассказать тебе про джунгли, если хочешь. Спрашивай, что тебе интересно. Да что рассказывать? Джунглями в народе зовут густой, непроходимый тропический лес. Сейчас лес начинают вырубать. А ведь это наша природная среда. Там обитает огромное количество животных. Что за глупые вопросы? Конечно, боремся. Но кроме массовых выступлений и митингов, мы пока не способны ничего предпринять. В конце концов, нас, индейцев, осталось не так уж и много, как может показаться на первый взгляд. Не за что. Приходи. Настоящие индейцы никогда не сдаются. Не стреляй, я свой. У моего народа богатая история. Мы избранные, так как соприкасаемся с жизненной силой Вселенной. Здравствуй. У тебя есть желание сделать что-нибудь хорошее? Вот и хорошо. Итак, видишь вот этот фонтан?
Это священное сооружение. С его помощью мой народ вот уже 1000 лет общается с богами. Мы чтим память наших предков и помним все наши древние обычаи. Из-за этого мы и перебрались подальше от города и обосновались тут, на отшибе. В общем, если ты сам еще не заметил, фонтан сломан и не работает. 3 каменных части были отбиты и унесены. Если ты найдешь их, я щедро заплачу. Кража была совершена людьми, от которых я меньше всего ожидал такой подлости. 2 парня, которых я знал с самого детства, решили покинуть наше скромное поселение и обосноваться в городе. Ты должен отыскать их и вернуть мне отбитые части фонтана. Место, где в последний раз видели одного из них, я отметил у тебя на карте. Возвращайся, когда найдешь их.